Рабочий день фермеров в уборочную страду начинается в 6-7 утра. Завтрак, осмотр комбайна на исправность и в путь в поле. Обед подвозят сразу на рабочее место, чтобы не терять время. Погода может преподнести любые сюрпризы, поэтому земледельцы стараются как можно раньше завершить уборочную. До скольки, Михаил Николаевич, работают? До 11. Вечера, да? Да. Ну, то есть страда, она и есть страда, так и называется. Домой они приходят в час ночи. Ну, конечно, пока комбайн ставят, пока развезут их по домам. В Корсунском районе в первую очередь приступили к уборке технической культуры рыжика. Следом перешли на пшеницу. Включились пока не все хозяйства, но постепенно включаются. Сейчас работают 6 хозяйств на обмолоте озимой пшеницы. Вот, уже обмолочено 1000 гектар. В хозяйстве «Агроинвест Плюс» озимую пшеницу убирают с площади в 150 гектаров. И, как показывают лабораторные исследования, урожай имеет высокие хлебопекарные качества. Задача вот в эти оптимальные сроки, пока есть нормальные погодные условия, все работы завершить и выполнить качественно и в оптимальные сроки. На данный момент уборка началась во всех муниципальных образованиях области. Зерновые и зернобобовые убраны с площади в 44 тысячи гектар. Урожайность составляет почти 30 центнеров с гектара. Хозяйства уже выполнили план по заготовке сенажа. С опережением темпов прошлого года подготовлено больше 85 тысяч тонн. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.